Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Guns, Gore and Cannoli, вторая часть. Так, как обычно, здесь у нас эти мафиозники, ну, это не беда, ребят, сейчас мы с ними по-быстренькому со всеми расквитаемся. Вот этот чувак мне не нравится, который наверху, так, кто тут у нас? Ха, полицейские. Ну, в принципе, для нас это семечки. Все, пускай лежат, отдыхают. Я вот не знаю, надо нам вот это вот как-то чекиста замочарить. Надо, видимо, прыгать. Вот так вот. Готов. А дальше куда? Перепрыгиваем забор. Вот куда. Смотри, смотри там, а? Ну давай, иди сюда, блин. Ага, он прикрывается щитом. Причем щит похож больше, знаете, люк от мусорки. Какой люк? Крышка, ё-моё. Тоже сказал. Воу-воу-воу-воу, смотри, там разборки. Ха-ха, были. Так, тихонько, кто-то с крыши, видимо, палит. Да ё-моё, ты... Смотри, со всех сторон окружает, а? Так, ребята, аккуратненько будем идти. Минус. Ну. Ха-ха-ха, смотри. Бум, получил, дурак. Ну, а теперь я уже займусь этими олухами. Так, ты задолбал там строчить уже, а? Пулеметчик. Как говорится, у нас... Ох ты, ничего себе, он пинками, оказывается, меня бомбит. Все, да? Надеюсь, что да. Так, у нас там подкреп. Ты смотри-ка, перепрыгивает, бежит, бежит, бежит. За мной, сзади, гад. Ну-ка, дайте-ка я с ним разберусь. Так, надо его вот так вот. Полетел. Воу-воу-воу, вот этот вот бесявый чувак прибежал, псих-то этот. Достал уже, где-то машина. Слушайте, что-то тут слишком как-то дофига всего. Я даже не знаю, на кого, куда и переключаться-то. Ну. У нас тут оружие, смотрите. Так, этого надо, естественно, снести. Бочка взорвалась. Так, и у нас дробовик. Его я к себе подберу обязательно. Дробовик — это хорошая вещь. Так, туда нам не перейти. Давайте вот так потихонечку проверим, что у нас здесь для начала. Что там орёт? Кто? Где? Ух, в распашонке прибежал здесь, блин, со своей монтировкой. Не на того напал, сосунок. Что там еще за бубнёж пошел? О, блин, да вы посмотри. Эти полицейские постоянно сзади. Откуда они берутся? Вроде как никого нету, блин. Машина их не давным-давно в хлам. А они откуда-то лезут. Ха-ха, нифига там взрыв. Что такое? Я не могу понять, кто меня... Офигеть, чувак просто меня вплотную расстрелял. Ах, бесявые уроды. Пулемет Томпсона заберем. Точнее, это автомат. И вон там подкреп. Нам нужно на балкон. И потом... И там чекпоинт, кстати. Вот так вот. Так-то оно будет спокойнее. Ну что, приступаем? Блин, опять этот качок там. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас, наверное... Упал, все. Я надеюсь, что он сюда больше не вернется, и мы его не увидим нафиг. Тут еще какой-то огнемет, блин. Огонь везде. Это плохо. Внизу кнопочка А горит. Видимо, надо будет отключать этот огонь. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо. Здоровья-то очень мало. Вот самое крутое, это когда чайник сносишь на выстрел. Вот это нормально. Так, нам здесь не пройти. Как бы мы этого не хотели. Оу, привет, ребята, откуда вы взялись-то только? Из этой комнатки? Все, вроде бы, никого нету. Ха-ха-ха, авансом, как говорится, расстреляли. Заранее. Да ё-моё, с крыш прыгают. Вот это вот, да, полицейские, блин, прям как ниндзи. Слушайте, нам надо вот эту штуку уронить. Давайте-ка мы постреляем по ней. Да я уже понял, что нужно уничтожить кондишн. О! Ну что, подкреп. Вот это замечательно. Подкрепчик нам всегда нужен. Что, вниз получается, да, надо? Сюда нам не пройти. Хорош орать. Блин, опять здоровяк бежит. Ай-яй-яй-яй-яй.
Ё-моё, куда я попал-то? Ядрить на корень. Сейчас чувствую, завалят, ребята. Завалят меня тут. Ой, очень мало здоровья, блин. Где аптечку? Дайте хоть что-нибудь. Подкрепиться где-нибудь. Чисто, да? Ничего нету, пустота. Блин, ох, мало-мало очень здоровья, ребят. Если я сейчас, хотя вон наверху, смотрите, дайте-ка мне ее съесть. Что-то мы перекрыли с вами. Ага, вот. Здесь больше нет огня, значит, мы можем пройти. Как мы вовремя перезаряжаемся, прям это... удивляет эта вся ерунда, блин. Давай. Все, минус чайник. Хорошо, значит, нам нужно идти вот сюда, наверх, получается, да? Так, потом дробовик заберем. А это бесполезная, наверное, да, комната? Ну, так оно и уходит. Слушайте, да, получается, нам нужно идти вот сюда наверх, запрыгивать, и что нам это дает? Мы вернулись туда, откуда начали. А, все. Кажись, я понял, ребята. Ха-ха. Так, полицейский опять ползет. Еще один. Ах. Слишком быстро заканчиваются у нас патроны. Вот что я заметил. Ну что, поползли. Так, вот этот наверху чувак мне не нравится. Бесит он меня. Дик Трейси тоже тут нашелся. И опять там наверху у нас вентиль. Смотри, чувак чуть ли не... Ага, бежит, 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 услышал. Ладно, хорошо. Зря, конечно, и ты тоже. Этот пучеглазый, о, что такое, блин. На. Там-то что за заваруха у них. Со стульями он... Нет, только не этот кретинус. Я слышу... Трупокопа. Расстреляли? Да. Все у нас получилось, все у нас хорошо. Слишком много огня для нас, вам не кажется? А мне так лично кажется. Кто, где, что орет? Опять копы. Всех в расход. Жесть какая-то. Так, перезарядились на армуле. Ох, сколько вас здесь набежало-то, эй! Братюни, потише, 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 потише. Не надо выделываться, выеживаться. Когда каноли берется за работу. Вот он, вентиль. О, там подкреп. Давайте крутить. Ух. Здоровье. Ну, не полное, но почти. Так, эти копы прибегут ко мне сюда? Или... Да, смотри-ка. Прибежали. Неожиданно даже как-то для меня. Ну что же, идем сюда. Так, подожди, а тут огонь. Мы не пройдем. Так, надо где-то вот здесь. Опять у нас тут... Тихо! Стреляет. Ха-ха! Не знал, что можно так сделать. Поползли. Блин, амбал. Оу-оу-оу-оу-оу! Смотри, блин. Ползет, как очумелый, уродный. Так, нам нужно дальше с вами двигаться. О, еще там аптечка. Сейчас мы и подхилимся. И заодно вентиль с вами... закроем. Давай, каноли, прыгай. Так, и это что у нас перекрывается? Вот здесь. Опа. Ну, естественно, как же без вас-то, олухи. Смотри, 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 на копа. Заколбасили, даже пикнуть не успел. Ладно, теперь нам нужно, я так понимаю, возвращаться. Вот здесь. Ага. Вы заметили, откуда только что выбежал мафиозник? Из той комнаты, по-моему, где я был. Но там в тот момент никого не было. Дробаш, самая лучшая штука, которая может быть. Ну и автомат Томпсона тоже, в принципе, неплох. Но у него очень быстро заканчиваются патроны. А дробовик пока рулит. Вау, идут, стреляют, опять полицейские. На, гад. Выкуси. Как говорится, будут лезть. Щенки они еще. Тут папа Терминатор действует, ё-моё. Вышел на тропу войны. Какие-то, блин, копы тут хотят мне что-то сделать. Я в свое время, да, против орд зомби тут дрался.
И мне пофиг было, а тут щеглы всякие лезут. Так, подхил. Ну, здесь у нас обычные такие уродцы. Легкий чекпоинт, главное, что мы с вами отметили. А остальное, как говорится, меня не волнует. Да что ж за фигня-то, все везде горит, все надо перекрывать. Не экономят ни хрена газ, да, ребят? Фри, вот тебе и фриз. Замри, блин. Надо вот эту штуку ронять. Кондишн. Сломал он нам пол. Ага. Если мы с вами туда рванем, куда же нужно-то? Вниз, что ли? Нет, скорее всего, вот сюда. Странно. Тогда получается вниз. О-о-о-о-о-о-о. Нифига тут бабахнуло, как круто все в огне. Нет, вниз я пока не буду, наверное, прыгать. Посмотрите, хотя... Давайте-ка вот здесь вот. Опачки. Началось. Я, кажется, понял. Это, ребят, ловушка. И они сейчас будут тут бесконечно бежать. Ну, точнее, будет конец когда-то, но... Это типа мини-босса, скажем так. Ладно, патронов... Оу, амбал бежит. Патронов у меня пока хватает, я думаю, что справимся. Ага, пробежал, урод. Ну давай ты, тухни быстрее, а. Так-так-так, не возьмете, гады, голыми руками. Я вам не по зубам. Кажись, все, да? Потухло. Не выйти нифига. Ладно. Ага, еще один вентиль. И это, по ходу дела, наверное, последний. Наверху там перекрыли мы. Так. Добьем. Все, отлично. Ну что же, теперь нужно нам идти вон туда, где чувачок стоит. Сейчас мы здесь... Еще одна пила. Зачем нам две? У нас же есть одна. Ага, конечно, конечно, конечно. Не добежал олух. Да, конечно, арест. Хрен тебе, а не арест. Так, надо идти. Вниз-то мы не сможем, нет. Получается, надо наверх. Минус. Там три полицейских. Ну, не страшно, ребят, у нас с вами чекпоинт. Все, я спокоен. Всех разнесли. Так, тихо. Да прикрывались. Так, у нас что-нибудь здесь есть? Лежит? Нет? Нифигашечки. Ладно. Куда же нам двигать? Так, тут у нас получается вниз, туда мы не допрыгиваем. Ага, все, врубился, ребята. Сидит там, притулился, да, гад? Нет уж. Ватные они какие-то. Даже очень ватные. По-моему... Нет, подожди-ка. Как-то нам нужно вон тот вентиль достать, ребят, видите, внизу. Его отключить. Ага, все, понял. Сейчас это, ребята, дело с вами провернем. Дробовик. Оп, 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 оп. И полицейские, и все дела. Так, снесли одного. Готов. Отлично. Мне нужен вон тот шотган. Спасибо. Я очень вам признателен. Так, сверху у нас подхил и... Опять же у нас... Все, выключили. Ага, бегут, сейчас копы. Оу, откуда вы там взялись-то, ё-моё? Сзади из комнаты, которая тупиковая была. Они выбежали. Так, тихо. Будут они между собой драться? Да, будут. Ну, естественно, этот амбал заколбасит любого. Ну, а теперь за моей душой пришел. Идет, идет. Тихо, там еще полицейский, хотя нет, нифига. Оу, щет. Ну-ну-ну-ну. Сдох, только руки вывалились. Ладно, ребят, давайте идем сюда.
Погоди-ка. Сюда мы не идем, мы идем обратно. Вот здесь и была разборка. Ага, все, понял. Надо отсюда сматываться к ядрене фини. Так, спрыгиваем, наверное. Опа. Все. Так, загрузочка. Что там происходит? Почему все гангстеры города за мной охотятся? Я думал, что все было решено на последнем собрании кланов. Похоже, что в городе появился новый гангстер, и он называет себя Темный Дон. Никто не знает, кто он на самом деле, но он подчинил себе всех остальных. Он пустил слух, что он очень заинтересован в тебе. Это так, мне не нравится, что меня гоняет по городу как собаку. Где этот парень? Я хочу навестить его и научить его хорошим манерам. И это самое странное. Все указывает на то, что он управляет всем из Тактауна. Что? Да, это правда. Один агент рассказал мне, что в последнее время они регистрируют там чрезвычайную активность, как для города призрака. Я думаю, ты там найдешь ответы на все свои вопросы. Я надеялся, что мне больше не придется вступать в эту адскую дыру. Но если так надо, значит так и будет. Ё-моё. Карантина, зона карантина. Понятно. Мы вернулись в Тактаун. Ё-моё. А это означает, что здесь уже должны быть зомби. Но тут почему-то вояки. Ха. Погоди-ка, как мне... О, отлично. Двойной прыжок, конечно же. Американский... О, куда с винтовкой, да? С маузером. На нафиг. Чепушило будет там мне еще стрелять, целиться. Так, бочки. Слишком много бочек взрывных. Куда разогнался? С дробовиком ты не припухли, щен. Дробовик могу только я носить. Ха-ха, вы вон со своими пукалками бегаете. О, ребята, а вон и зомби. Смотрите-ка. Так, это нам еще предстоит с ними встретиться. Ого, что это такое там было? Мне это не очень понравилось. Здесь нужно, ребята, вот эту фигню опять ронять. Кондишн. Чекпоинт. Ё-моё, смотрите, пулемет. Эй, ты, остановись. Хрен вам всем. Ничего, я не буду нигде останавливаться. Так, ее не подбить, да? Жаль. Что же, придется так действовать как-то. Блин, а там еще и мины. Воу! Зомби, надо быть аккуратненьким здесь. Где? Откуда? Блин, я уже тут... Всего очкую, можно так сказать. Мины мне не нравятся. Надо как-то... Ага, вот так вот можно. И лишь бы никто их не тронул. Ха-ха, то я взорвусь вместе с ними. Оу, нифига. Здоровый. Готов. Да-да-да, ребята, старые знакомые лица. Амбал-здоровяк. Точнее, зомби-здоровяк. Горничная. Оу, оу-оу-оу, тихо. Вот это я попал. Чисто случайно. Так, ну что нам? Только один вариант, да, наверное? Выпрыгнуть мы отсюда... Не сможем, а если сможем, то зачем? Вот здесь пойдем. Давай, давай, беги сюда. Так, тихо, тихо, по-моему, меня хотят окружить. Ё-моё, патроны. Все, нормуль. Так, сейчас, ребята, нам придется выпрыгивать отсюда. Так, а это уже наши, точнее наши, это люди. Живые чувачки. Но, тем не менее, такие же злые, как и зомби.
Так, в общем, здесь тактика такая. Стоим здесь, потом надо как-то перебежать туда быстренько. Приготовились. Гоу. Эй-эй-эй, отлично. Ой, не нравятся мне эти мины. Все, их как и не бывало. Так, шары бросает. Это у нас здоровяк. Так, так, подожди-ка. Вот этого... Ё-моё! Откуда они берутся, блин, а? Гады. Дробовик. В принципе, можно и взять. Вот так. Амбал готов. Так, а здесь, смотрите, луч идет. Короче, надо перебегать, когда он... Ага, вот здесь вот. Оу, тихо. Как же так-то? Чекпоинт. По-моему, тронул, ребята. Ну, здоровье себе немножко подкрепил, так что... Нормулька. Так, пролазим. Опять кондишн. Значит, опять под землю мы пойдем с вами. Ой, как же это... Нет? Ха, странно, я думал, что... Да кто там пулеметчик-то какой-то гад, а? Точно, ребят, смотрите. Как мне его достать? Ага, вижу бочку. Бум, накрыло их всех медным тазом. Все шикарно. Теперь главное так. Эти мины-то, как бы их подбить-то? О! А еще не получается. Ну давай. В принципе, я думаю, что эту мы сможем перепрыгнуть. Световой луч этот идет. Вот так, отлично. Ага, теперь, значит, на крышу нужно. Хитро. Давайте. Так. Во. Теперь наверх. Ага. Тут у нас аптечка. Так, и мы опять с вами вернулись на военную базу. На блокпост. Так, погоди-ка. Куда бежите-то, олухи? Вот о чем я и говорю, ребят. Вот эта перезарядка, она во всех играх не вовремя делает. Парадокс какой-то. Ну давай, беги. Ага, минус. Наверху у нас что, дробаш, пила, ага, и солдаты. Кстати, там еще и кондишн. А зачем, если мы можем и так убить, да, по идее-то? И все, делов-то на копейку. Но он же ничего не пробивает. Нет, он просто падает. Так, ладно, берем дробаш. Здесь чисто, запомнили, да? А хотя, что запоминать, мы все равно пойдем с вами дальше вниз. Просто хотел убедиться, что из тех комнат тупиковых почему-то все равно выбегают порой солдаты или мафиози. Бежим. Вижу, я тебя просек. О, ребята, у меня заканчиваются патроны. Где мой дробовик, а? Вот он. Давайте-ка повеселимся маленько. Вот это я называю веселье. Ну, ничего страшного. Сейчас внизу возьмем с вами аптечку. И у нас будет с вами здоровье полное, абсолютно. Да? Ага, полное, абсолютно, конечно. О, тихо, зомбари. Эти зомби, видите, скрываются тут в туннелях в этих. Надо быть начеку везде. Так, чтобы кувыркнуться. Кувырок, да, значит? Хорошо, оп. Стоим, ждем, ребята. Опа. Мы как ниндзи. Блин, а там еще зомбари. Зомби-пес и горничная.
А ну-ка, вот так вот. Туда их, в помойную яму. Пускай горят. Так, слышу, слышу вой. Ага, смотрите, смотрите. Заколбасили их там. Добьем. Блин, как они все-таки классно тут разлетаются. В хлам просто. Ноги отдельно. Руки отдельно. Куда бежишь? О! Полет навигатора. Ага, здесь, значит, нужно... Вот оно как. Ну-ка. Прыгаем, ребята. О, тихо, пулеметчик. Воу. Хороший был полет. Надо как-то пулеметчика сносить, ребят. Это только в прыжке. Другого варианта я не вижу. На, гад. Живой еще. Получи. Распишись. Блин. В какой-то старой машине там сидят. Стреляют. Почему я не могу сесть за пулемет? Ох, я бы тут повеселился. И достал уже хмырь. Вау. Ну что же, прошли дальше. Стоп. Вернись. Ну все, ребята. Опасность. Зона карантина. И я так понимаю, здесь уже будут одни зомби. Нам остается только в этом убедиться. Ну что, прыгаем с криками «Бонзай!» Хотя, подождите, можем... Во, вот так вот. Тихо, что-то там уже ломается. Опять эти зомби. Так, тихо, тут у нас и зомби-солдат, и бегуны. Тихо, и зомби-пес. Ну, как бы человек-пес. Так, хорош, хорош тут лютовать. Не до вас сейчас. Так, ребят, я вижу, впереди лежит огнемет там. Пистолетики. Здесь тупик, ну, как обычно. Ладно, пойдем возьмем огнемет себе. Привет. И пока. Так, солдафон. Разнесли. Трухлявое отродье. Так, бочки. Неспроста. Ага, вот сейчас будем жарить, ребята. Вот это я понимаю. Вот это вещь. Так, опять где-то что-то, блин, бежит, бежит, бежит уже. Услышал. Горничная. Поджарили. Ну давайте тогда уж всем скопом бегите, чего вы по одному-то. Так неинтересно, всех бы поджарил бы. И делов, как говорится, на копейку было бы. Так, теперь вот ты, мадам, следующая. Идет, главное, руку жрет, видели? И ей же еще и дерется, гадина. Так, запрыгиваем. Да ё-моё, блин. Когда не надо, поворачиваться. Когда надо, не хочет, блин. Ой, опасное местечко. Так, бочка, тихо, что такое? О, выбежали. Так, аптечка есть. И это хорошо. Слушайте, может быть, поменять нам огнемет-то, ё-моё. Заканчивается он достаточно быстро, причем. Черт, если эта бочка рванет. Так-так-так-так. О! Бинго, сработало как надо. Так, там этот шары катает все свои стальные, да? Чепушило-то. Я его почему-то не вижу. Ага, откуда-то сверху бросает. Ладно, давайте сейчас мы его накажем. Что такое? Что это? Да ё-моё, блин. Черт, не получилось. Надо его как-то... Может быть... Ага, простреливается. Готов, блин. Так, ну что, перепрыгиваем на балкон. Потом сюда. Будем, короче, как эти. Ну, естественно, сейчас возьмем с вами аптечку. Человека-пес, блин. Оу-оу-оу. Лезут они со всех щелей, как тараканы. Как в той игре, Unkillet.
Так, смотрите-ка, наверху какой-то новый вид зомби. Воу, что это он сделал такое? Летает еще как-то. Блин, сколько же вас здесь. Все, я думаю, что он больше не встанет. Так, ну что, перепрыгиваем, наверное, вон туда. Да-да-да. А как это он так интересно в воздухе-то? А, ну, видимо, как я, двойной прыжок. Ну, я-то человек, а он-то зомбарь обычный. Какой у него нафиг двойной прыжок, блин. Развалился бы от одного. Так, ребят, тупик тут нафиг. Ай-яй-яй, больно. Йо, сколько вас тут? Так, жирный, иди отсюда, бесишь. Ю, нифига он там летает. Он раскручивает ядро, смотрите, и запускает его. Неплохо, кстати, это придумано. Давай-давай, иди сюда, лети. Ай, сбил меня, гад. Ну, давай, ты следующий будешь. Горничная. Солдафон идет. Ать-два, ать-два. Да-да-да, еще честь отдал мне. Молодец, знает, сынок. Да ты достал уже в самом деле-то тут летать. Хрюндель. По-другому не назвать. Давайте возьмем пилу. Хотя, для чего нам пила, я не понимаю. Если бы она заправлялась, хотя я ей не особо пользуюсь. Оружие тут, конечно, куча, но, как видите, я использую только дробовик и автомат Томпсона. Больше практически ничего. Хотя, помню, когда в первую часть играл, там были такие моменты, что и с пистолетом приходилось даже уже бегать. Столько зомбарей, что задолбался отбиваться. Боеприпасов, как говорится, фиг найдешь, а зомбарей куча. Ну, я думаю, что мы здесь и до этого дойдем. Хотя не хотелось бы, чтоб такое было. Так. Ну давай, блин. Все. Размочили. Блин, а ты откуда? Ого. Ого, хорош. Столько много-то. С потолка уже откуда-то прыгают. Так, чекпоинт. А это что у нас здесь такое? Опа. Так, не понял. Что-то... Ого. Так, ну-ка, ребята. Бежим, бежим, бежим. Да ё-моё. Ай-яй-яй. Фух, повезло. Так, что там дальше-то? Да ладно, вы... Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Эй-эй. Давай, беги, 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 каноли. Вот те, блин, и прибежали. Ладно, ребята, у нас там чекпоинт. Будем делать все довольно быстро, как и написано. Кувыркаться. Так, давай, давай, давай. Ну, погнали. Простреливаем. Стреляем. Все. Так, второй, значит, у нас здесь. Непонятно, что это такое, что за шар. Бочка какая-то. Так, поехали, поехали, поехали. Каноли, давай, давай, не тупи. Ну, отлично, хорошо, замечательно. Зомби, вали нафиг от меня. Так, 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 так. Опа. И чекпоинт, отлично, ребята. Так, гранатомет. Давайте-ка нажмем. Все. Загорелся у нас фитиль. Вау, тихо, тихо, теперь я понял, зачем нам гранатомет. Блин, с какого перепуга я от него же получаю урон. Ядрить тебе на корень. Ладно, чекпоинт у нас есть. Если что, переиграем, ребята. Так. Тишина, да? Оу, опять эти зомби-попрыгунчики. Ага, мимо. Улетел куда-то. На, черт, а второй достал. Как они так прыгают, уроды, а? Очень много здесь бочек. Опасно. Так, да-да-да, конечно. Хрен тебе. Ого, ребят, вот здесь вот, короче, видите, да, взрывчатка. И я так понимаю, что фитиль должен дойти именно до нее. И тогда, я думаю, мы с вами пройдем этот уровень. Ё-моё. Тихо, 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 не надо кипиша. Да хорош, ё-моё. Вот это они летают, а? Похлеще, блин, Супермена. И живучие гады. Тебя не звали ко мне в гости, урод. Лезет еще. Пошел отсюда. Так, ребят, у меня патроны-то, патроны кончаются. Ай-яй-яй-яй-яй. Выносим мусор из дома. Ну давай, прыгайся. Иди отсюда.
Блин, прикольно так сделано, зомбарь, да? Он, видите, стреляет не чисто по прямой, а и вверх, и вниз. Ну, как, в принципе, и должен. Откуда я знаю, как должен зомбарь стрелять? Ё-моё, уже доигрался, блин. Идет, идет. Ать-2. Пошел отсюда. И ты тоже вали. Слушай, ребята, я неплохо устроился, да, так в домике. Оу, щет! Это что такое? Ой, я думал, что он не зайдет ко мне. Слушай, нифига громозека. Ё-моё, давай-ка от него. Че, валунами бросается? Да и довольно он быстрый. Но зато его можно перепрыгнуть. Да ё-моё, валуном. Слушайте, очень мало здоровья у меня. Сейчас я его... Есть. Да ладно вам, прикалываетесь что ли, а? Один за другим теперь будет. Двое, блин, офигеть. Ну-ка, ребят, я не знаю, надо как-то умудриться их завалить. Получится нет. Во-во-во-во, валуны. Фух, повезло. Нет уж. Так, одного еще убили. Я надеюсь, это последний. Ох, чуть не задело камнем. Ты достал в самом деле. Что это за уроды такие большие, а? Ну, все или нет? Территория темного дона. Вон, сейчас взорвется, ребята. Есть. Отлично. Фух, ну я так понимаю, мы с вами покидаем эту локацию, да? Да, ребят. Ну что же, давайте на этой ноте я, наверное, буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. И продолжим играть в эту замечательную, интересную игру. А на этом все. Всем пока и удачи вам.